Так, ну мы с вами продолжаем наш разговор. Разговор касается модулей Международной академии ясного коучинга. Вот по этой ссылке можете найти это в текстовом виде. И я уже рассказывал о куче модулей. Я рассказал про модуль альфа, база, фундамент, основа, про пространство, присутствие, внимание и объем, про эмоции, настроение, энергии, затыки, про КЭТ, краткосрочная эмоциональная терапия, растворение, принять, воспроизвести, отпустить и полярности, про 5 точек баланса, это саморегуляция, потребности, желания, про ступени ясности, дефрагментация, целостность, потоки обменов и про 5 точек движения. Я рассказывал, да, о том, что это про устремление, про идеалы, про цели и про состояние потока, вот то самое состояние потока, когда человек движется в полете в таком, да, ловит волну такого своего рода. Ну и на самом деле, если вы все эти вещи собрали, вот опять же я скажу, что на этом месте можно было бы академию и закончить, потому что в принципе все, рамка собрана, все навыки нужные собраны, вы умеете создавать пространство, вы управляете своими эмоциями, вы умеете растворять барьеры, вы обладаете навыком саморегуляции, вы умеете работать с большими и сложными всякими темами, запредельными, и у вас есть коучинговая рамка, которая позволяет все это поставить в контекст достижения чего-то нового, невиданного, неслыханного, незнаемого до сих пор. Но, конечно же, не все так просто, да, потому что очень часто при работе с этими вещами, особенно в коучинге, вот у меня хоть в академии, в названии академии осталось слово «Международная академия ясного коучинга». Я его оттуда не убираю, потому что оно когда-то появилось много-много лет назад, больше 10 лет назад, когда слово «коучинг» никто еще не знал. Я думаю, он достаточно хорошо описывает концепцию того, что мы делаем. Но тем не менее, в классическом коучинге не умеют работать с тем, что называется травмы. И этот модуль называется «Сокращение эмоциональных травм». И если бы я подбирал три ключевых слова, то, наверное, слова были бы такие: «триггеры», перепрошивка и постулаты, ну или там глубина, скажем так. Вообще говоря, для того, чтобы понять, как это работает, можно даже показать некую вот такую шкалу осознания, она, в общем, довольно-таки интересная, и она показывает, как глубоко можно зайти в прояснение себя, если ты работаешь систематически. Но основное предназначение этого модуля заключается в том, чтобы дать вам инструмент на тот случай, если вас реально сильно прикроет какой-то глубинной, там чуть ли не на телесном каком-то уровне прошивки темой, которая не позволяет вам продвинуться дальше. Потому что обычно люди, обладающие достаточно крутыми навыками, ну они себе и проблемы тоже создают крутые, и материал травматический тоже поднимают крутой. Все не просто так. И поэтому, чтобы вы случайно не оказались безоружны перед вот этими ужасными триггерами, перед какими-то глубинными состояниями, перед какими-то супер закопанными древними прошивками, вот которые мы называем постулатами, да, то есть какими-то такими неосознаваемыми убеждениями, которые формируют определенную матрицу в вашей жизни, мы вам даем в руки инструмент под названием «Сокращение эмоциональных травм». Инструмент тоже поразительно простой, но за последние даже несколько лет мы его радикально доработали, и это тот самый инструмент, который позволяет при систематическом применении достичь так называемой точки невозврата. Это такое достаточно эзотерическое состояние, когда человек реально понимает, что он сильнее любой травмы, сильнее любого состояния, и что его личная сила достигла такого уровня, при котором он понимает, что с чем бы он ни столкнулся, в пространстве, или там в эмоциях, или в каких-то барьерах, или в какой-то неожиданной ситуации, или в каком-то непонимании, или там в какой-то там цели, которую он поставил, с чем бы он ни столкнулся, у него всегда есть ресурс, всегда есть цели с этим справиться. Это такой вот как бы навык, уже даже не навык, да, а некое такое состояние прокачанности, проработанности. И опять же удивительно, да, то, что этот навык, он дается, с одной стороны, этой техникой, и он построен на этой идее, да, что любое переживание в каком-то смысле это такая матрица, которой я могу управлять, и которые я могу депрограммировать при желании. И техника этот навык разрабатывает и позволяет к нему прийти. А с другой стороны, она основана на самом этом навыке. То есть там такая взаимозависимая ситуация происходит.
Вот что я, пожалуй, могу об этом рассказать. Я считаю, что, ну да, это уже на грани таких практически там сверхспособностей, пожалуй. Как ни странно, да, потому что вроде бы тема-то про другое, тема про проработку глубинных травм. Но с другой стороны, мы знаем, что травмы – это всегда какой-то супермощный ресурс. Проработка травм выводит человека на новый духовный уровень. И можно сказать, что это тот момент, где мы достигаем уровня духовной практики и начинаем уже работать с очень тонкими материями, позволяющими нам выйти за рамки восприятия обычных людей. Что-то наговорил такое, да, что ж самому страшно стало. Я не знаю, нужен ли вам такой навык, но я думаю, что он очень привлекателен. То есть он позволит реально, я бы сказал так, управлять своими умственными реакциями, своим триггером, реально понимать, что любой умственный материал, любые картинки, ощущения, эмоции, мысли, это просто продукт той матрицы, в которую я сам себя помещаю, и что можно добиться точки невозврата, можно научиться в эту матрицу себя не помещать, и тем самым управлять своими состояниями. Управлять пространством, управлять эмоциями, управлять барьерами, управлять шоковыми состояниями, более легко добиваться дефрагментации всяких, довольно комфортно достигать своих целей, ну и так далее, и так далее. Вот такие вещи. Вот. Собственно, приходите, узнаете, как это работает, узнаете, как это практикуется, и узнаете, наверное, к моменту, когда вы это освоите, вы удивитесь, как вы без этого раньше жили, как вы смело шли навстречу тем трудностям, которые порой были намного сильнее вас. А с этим мечом в руке вы никогда не потеряетесь. Напомню, что это один из модулей Международной академии ясного коучинга, который я рассказываю. И скажу еще раз, да, что я прекрасно понимаю, что в этом видео вряд ли я на все ваши вопросы ответил. Так что, если у вас возникают вопросы, обязательно подпишитесь на этот канал, поставьте пальцы вверх, напишите свой вопрос под этим видео. Ну, а подписка на этот канал даст вам возможность также заметить то, что мы периодически делаем прямые эфиры, в том числе с практиками, и иногда они бывают спонтанно включаются, и их не стоит пропускать, их стоит смотреть, практиковать и продвигаться, потому что даже если вы сейчас как-то еще сомневаетесь, идти в академию или нет, хотя я очень рекомендую, там есть пакет для себя, там есть практика, это все в онлайне происходит. И есть профессионал, а профессионал даже может диплом получить на самом деле. Диплом по специальности в области клинической психологии, называется системный консультант-психотехнолог. Это моя авторская программа, согласованная с государственными инстанциями. Диплом там выдает Московский психолого-социальный университет. Вот, так что, в общем, вы станете таким прям профессионалом и вольетесь в ряды наших выпускников, которые реально, их уже много, десятки, наверное, сотни уже даже, которые практикуют и помогают людям. И сможете помочь себе. Так что, если у вас есть желание в это все влиться, приходите. В любом случае, как я уже говорил, коллекция оружия на вашем прекрасном ковре будет уникальной. И каждый новый инструмент очень хорошо сочетается со всеми предыдущими вещами. Задавайте вопросы, приходите на обучение, буду рад вас видеть и уверен, что лишним в арсенале это не окажется.